Россия останавливает авиасообщение. Россия останавливает авиасообщение и наземное сообщение с Германией из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Германо-российского форума. Ограничительные меры на поездки вводятся с 29 июня, поскольку Институт Роберта Коха, РКИ, который подчиняется Минздраву ФРГ, включил Россию в список стран, где распространяются опасные мутации коронавируса. Авиакомпаниям, железнодорожным и автобусным перевозчикам разрешено перевозить из этих стран только пассажиров с гражданством или видом на жительство Германии, уточняет Deutsche Presseagentur. Прибывающих из России обяжут проходить двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения. За минувшие сутки в России было зафиксировано 20 393 новых случая COVID-19 и 601 летальный исход. По заражениям Россия вышла на четвертое место в мире, уступая только Бразилии – 72 705 случаев, Колумбии – 32 997 и Аргентине – 24 463. По числу летальных исходов Россия попала в топ-3.